Конечно, делайте дистанцию, чтобы никто ни с кем не подрались. Первое, второе, третье. Да. Нет. Не-не-не, они же... Они нет. Роман. Ну давай уже. Роман, готов? Отлично. Итак, начинаем с новичков. Награждается Тесленко и Елена в разделе «Новичок». Почетное 5-е место. Поздравляем! Пожалуйста, Елена, у вас еще маленький щенок, так что ждем вас на следующее наше соревнование. Титовская Анна, лабрадор Боня, набравшая 27 баллов, четвертое место в разделе «Новичок». Поздравляю! Давайте жмите ручки судьям. Так, ну все. Так, Нигматуллина Заряна. Почетное бронзовое 3-е место. Они ушли. У них есть медаль. Мы ее передадим. И призы. Юль, ложите туда, кого сегодня здесь нет. Так, вот такую медаль они получат. Бронзовую. Поздравим, зря ушли. Серебро. Хабарова Ирина с собакой породы Колли. Синий Мон Капетка. 52 балла. Новичок. Поздравляем. Дедушку жмем, призы заберем. Конечно. И кубок вам, Ирина. Это ваши призы, да. На почетное 1-е место в разделе новичков, набравший 51 балл, приглашается Семенова Анна с немецким боксером по кличке Хон Лэнд Бокс Бруно. 1-е место, новичок! Один. Берем призы. Ждем вас еще. Уже в другой номинации. Профессионалы, конечно же. Берите. Аня. Аня. Не стесняйтесь, давайте. Вот вы. И призы возьмите. Туда и несите. Так, второе место и третье. Просим на пьедестал. Второе, третье. Третье уехало. Третье. А, третьего нет. Второе. Ира. Так, фоткаем. Новички. Третье у нас есть, но придет. Мы ей все передадим, обещаем. Поздравляем! Собака поет. Она рада. Молодец!
девочки, за участие. Итак, переходим в раздел «Любитель». Итак, Лебедева София, американский кокер-спаниель Феликс, набравшая 44 балла. Это у нас место... Настя, это какое место? Шестое место. Так, по нормативу 44 балла. Поздравляем, Соня, вас. Так, подожди, Сонечка, сейчас призы. Поздравляем вас, София. Не расстраивайтесь, это ваш дебют. Все было хорошо, а то ли еще будет. Правда, Анатолий Владимирович? Вот, отлично. Дмитрий Чук, Анна. Сейчас я приглашаю сразу двоих. Они будут делить пятое место. Дмитрий Чук, Анна. С питбулем по кличке Черри. Набравшая 50 баллов в номинации «Любитель». И Решетов Владимир. С немецкой овчаркой Равиван Юки, набравший 50 баллов, пятое место в разделе «Любитель». Приглашаем! Вы будете делить почетное пятое. Набрали баллов одинаково. Так, призы, призы. Так, следующий у нас приглашается за почетное четвертое место, набравшая 57 баллов в разделе «Любитель» с питбулем по кличке Ричи Грачева Светлана. Приглашаем вас, Светлана. Так, за почетное третье место награждается Заварзина Татьяна, немецкая овчарка Олимпия, набравшая 72 балла. Третье место по нормативу УКД. Поздравляем вас! Одевает судья медаль, бронза. Вы, пожалуйста, проходите на третье место. Призы. О, мячик потеряли. Так, призы, пожалуйста, вам. На второе место Булгакова Наталья с бельгийской овчаркой по кличке Драйв. 72 балла. Второе место. Любитель. Поздравляем. Медаль оденет судья, подождите. Это серебро. Здорово, молодцы. Пожалуйста, проходите на второе место, это все ваше. Вот сюда, вот сюда. Первое место. Решетов Владимир, немецкая овчарка Гидра. Поздравляем. Любитель, первое место. Молодцы. Это вам. Все призы вон там. Даем на почетную фотографию. Итак, музыка. Поздравляем наших победителей. Фотографии сделали? Отлично, молодцы, поздравляем. Теперь переходим к самой главной, серьезной номинации. Итак, на восьмое место, набравшая 101 балл, вызывается Кызлакова Ангелина с бельгийской овчарки по кличке Алекс. Поздравляю! Номинация «Профессионалы», город Бийск, между прочим. Один профессионал. Все вам, Ангелина. Балуйте своего старичка. На седьмое место приглашается Кочетов Александр с доберманом Баффи,
набравший 117 баллов по нормативу ОКД в разделе профессионалы. Очень почетно. Поздравляю вас, Александр. Так. На шестое место приглашается Чикина Елена с бельгийской овчаркой Ингой, набравшая 129 баллов по нормативу ОКД. Номинация профессионалы. Поздравляем вас! Приглашается Широков Валерий с БШО по кличке Хэппи, набравший 130 баллов, занявший почетное пятое место в разделе профессионалы. Поздравляем вас! Подождите, не уходите. Мы вам все в пакетик сложим, а то вы распитаете еще. Так, запечатлили фотографию. Анастасия, подойдите, пожалуйста, сюда. Приглашается Пупков Сергей с бельгийской овчарки по кличке Верный, набравший 132 балла по нормативу УКД и занявший почетное пятое место, 69 баллов по нормативу ЗКС и 201 балл ОКД плюс ЗКС. Второе место, между прочим. Поздравляем! Номинация «Профессионалы». Третье. Почетная бронза достается собак Чикина Елене. Собака породный малинуа по кличке Ассоль, набравшая 133 балла. Третье по нормативу УКД. Первое 71 балл. Первое место балл по нормативу ЗКС и 204 баллов в разделе ОКД плюс ЗКС. Первое место профессионалы. Поздравляем! Серебро достается Пупков Сергей, немецкая овчарка по кличке Ураган, набравший 135 баллов. Второе место баллов по нормативу УКД, 59, третье место по нормативу ЗКС и 194 баллов УКД плюс ЗКС. Поздравляем! Первое место в разделе профессионалы занимает Потлов Андрей с немецкой овчаркой по кличке Джокер, набравший 135 баллов по нормативу УКД. Поздравляю! Это очень почетно. Спасибо, что приехали к нам. Молодцы! Поменяйте, пожалуйста, корм на большой. Так, фотографируем. Фотографируем. Вот так.
вот этот мешочек отдайте Сергею за второе место. А кто-нибудь поможет нам большой мешок отдать первому месту по УКД? Это абсолютно. С кубочком. Да, все, что на нем. Спасибо, Алексей, за помощь. Андрей, вот это все вам. И вот еще призы. Это первое место за УКД. Сергею отдали за второе место еще корм? Все. Медалька, вот первое место золото, правильно? Уже дали. Итак, сейчас мы награждаем команды. У нас ЗКС же отдельно не было. У нас же не было. Они в дипломах были вписаны. Мы сейчас что награждаем? Команды? Лестники отдельно-то. А мы же сразу зачитывали их УКД плюс ЗКС. А кто у нас выходит по ЗКС? Первое, второе, третье, покажите. УКД плюс ЗКС. Первых трех мне сюда, пожалуйста. Выйдите сами, у вас там все написано. Да, пожалуйста, посмотрите свои дипломы. Три раза убирают в разные места. ЗКС. Первое место. Второе где? Второе кто? Третье кто? Ты чё? Я на втором, а на третьем. Сказали, что сразу бы уберите. Давай, давай, да, все правильно. Второе. Я второе и третье. Так, первая у нас Елена с Ингой, да? Асоль. Второе место у нас Сергей Пупков. С Верным и третье место с Ураганом. Вот так вот. У Сергея два места. И второе, и третье. Так, вот, добавляйте вот эти вот призы. Вот эти вот. Вот, возьмите вот по 4 килограмма. Вот, вот они, по 4. Вот как раз еще и на первое место дополнительно с чем. Хорошо. Вот. Вот, на первое еще. И дополнительно что-нибудь. Вот еще вот так. Вот, чашечку туда. Так, у Сергея там два подарка. У него две собаки. Нет, еще один, вот сюда. Второе и третье место. Вот, второе и третье. Елена, первое место. Так. Это по защите мы сейчас награждали. Так, медальки им дали? Еще одни медальки. Сюда серебро, бронза, сюда золото. Медальки, где у нас? Да, бутылку одну зажали. Дайте, дайте бутылку мужику. Срочно. Я ему тяжеловато будет сейчас. Нормально, нормально ему будет. Своя ноша не тянет. Вот и слава. Музыка, Рома. Поздравляем, молодцы. Это была наша.
ЗГС. Общий зачет. Иди, я отпишу. То же самое. Ложите призы и ворачивайтесь. Первое место Елена, второе, третье Сергей Пупков. Пожалуйста, проходите. Это у нас УКД плюс ЗГС. И что мы? И так всю неделю. А это еще не абсолютный чемпион. Это УКД плюс ЗГС. То есть, Елена, вы наш абсолютный чемпион. Спасибо, Анастасия. Награждаем абсолютного чемпиона. И поздравляю. Итак, сейчас награждаются команды. Все захотели стать абсолютным чемпионом, да? Несомненно. Все захотели такой торт. Следующий год будет решающим. У вас целый год подготовиться. Артемида, да? Отлично. И не надо сниматься раньше времени. Итак, значит, команды.
На почетное третье место приглашается команда наша бийская, моя команда «Симуран», я их тренер. Девочки, ваша бронза приглашается. Дмитричук Анна, Грачева Светлана, Козлакова Ангелина. Третье место. Команда «Город Бийск». Итак, третье почетное место. И сюда повернитесь, встаньте на третье место. Встаньте рядышком, все трое, на третье место подвигайтесь. Ну-ка снимайте кепку. Кепки снимайте. Третье командное место по общему курсу дрессировки. Спасибо. Стойте там, стойте там. Это командный зачет. Сейчас еще две команды. Я уже полетела. Я не жадная, я бы все отдала. Тем более своей команде. Второе место. Вот, вот, кстати, сегодня команда сама по себе образовалась. Тут заявили себя. Раз, и такие серебро. Команда «Барнаул» в составе Кочетов Александр с Баффи, Широков Валерий с Хэппи и Решетов Владимир с Гидрой. Пожалуйста, второе место. Девочки, поздравляйте, награждайте. Первое место. Школа «Охраняй» город Барнаул. Тренер Пупков Сергей. Поздравляю вас. Лучшая команда. В составе. Пупков Сергей с немецкой овчаркой «Ураган». Пупков Сергей с «Малинуа» верным. Бугакова Наталья с «Малинуа» драйвом. Поздравляем. Первое почетное место. Пожалуйста, надейте на них медаль. Отдайте им большой корм. Золото, золото. Сергей, у вас шея не болит, как не дали? Я привык. Вот специально тренировал. Итак, это наши команды. Молодцы. Первое. Школа «Охраняй». Второе место. Барнаул. Прям четко патриоты. Первое, второе. И третье. Команда «Симуран». Молодцы, поздравляю. Улицы, все молодцы, молодцы. Итак, чемпионы, ну мы вас просим проследовать на место. Я думаю, втроем-то каждый унесет. Кстати, девочки, поводочки-то нам надо было раздать. Командам, команды, подождите. Мы вам еще дадим вот по поводочкам. 9 человек. А две собаки считаются как два участника. Вот так. Так что у Андрея Пупкова сразу два поводка. Сергей и Андреем обзываю. Обалдеть. Итак. Итак. Мы тут. Сейчас я просто один. Да, еще один. Итак. Теперь я вас всех поздравляю. Предоставляю слово судье главному.
Также предоставляю слово судье номер 2 Анатолию Анатольевичу Матыцыну и Алексею Скавронскому, нашему суперпрофессионалу. Пожалуйста. Ну, хотелось бы поздравить вас с окончанием наших соревнований сегодняшних, с получением побед. Вот. Я думаю, в этих соревнованиях проигравших не было. Все как бы получили. Согласны? Да. Праздник для души, смогли показать своих питомцев. Ну и получили стимул для дальнейшего продвижения вперед. Поэтому хочу вас поздравить. Молодцы, старайтесь. Ну и продвигайтесь вперед. Не надо останавливаться на одном месте. Вот. Спасибо вам большое. Так, второй судья Анатолий Анатольевич Матыцын. Пожалуйста. Спасибо огромное всем, кто сдает ОКД, ЗКС, тесты. Сейчас, к сожалению, очень мало кто этим занимается. Но только за то, что вы участвуете в соревнованиях, вы уже должны иметь вот вторую степень, это минимум. Спасибо вам огромное. Спасибо. Занимайтесь дальше. Берите все первую степень. Спасибо. И ждем вас на выставку собак в город Бийск 7 октября. Спасибо, приезжайте к нам. Так, судьи, никуда не уходите, пожалуйста, вы нам все сейчас нужны. Здесь будете. Пожалуйста, Алексей. Ребята, спасибо, что вы сегодня здесь все собрались. Как вы сказали, что очень мало людей занимаются национальными видами. Отдельно. Вы большие молодцы, те ребята, кто вышел в ЗКС. У кого-то получилось, у кого-то нет. Но все равно вы большие молодцы. От себя лично хотелось бы отметить ребят, которые мне понравились. Начнем с товарища ветерана за то, что осмелились, вышли, попробовали. Да, еще и профессионалов. Прошу сюда. В любителях очень понравилась немецкая овчарка Юки. Но кто-нибудь за него, пожалуйста, получите. Хорошая собака, просто нужно работать. Еще больше, надо было еще лучше. Молодцы. Ну и среди профессионалов, Лен, поздравляю. Да, по моему мнению, на данный момент здесь присутствующий лучшая защита. Елена, вот этим вас награждает Алексей. Бухлич. Тортику. Вы лучшие по защите, по мнению фигурант. И, кстати, не только... Мы с этим вполне согласны. Красиво. Какая была работа. Люди, которые работали в ринге, Андрей, сам судья, да, конечно, мы отсюда наблюдали за этой картинкой. Супер. Поздравляем. Вы большие молодцы. Видите, какой у вас хороший солнечный диск. Приезжайте. Я могу вас переключить. Пожалуйста. Ну, а теперь мы бы хотели наградить наших судей. Итак, где мои благодарственные письма? Пожалуйста, ну найдите. Ну я вас очень прошу. Где? Погода хорошая. Так. Значит, наши спонсоры, кинологический клуб «Триумф», их сегодня нет.
Это клуб РКФ в нашем городе, который тоже предоставил немного призов для наших участников. Поэтому мы обязательно отправим благодарственное письмо и приз от нас, от Тимурана. Аплодисменты, хоть и кто-то нет. Так, это мы передаем. Главному секретарю, помощнику судье, судье номер 2, Матыцыну Анатолию Анатольевичу за поддержку и помощь в проведении любительских соревнований с собаками по УГД и ЗКС «Бийский старт» 2018 за профессиональное, грамотное судейство. Желаем вам здоровья, благополучия и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо. Аплодисменты. Нашему фигуранту Ставронскому Алексею Сергеевичу за поддержку и профессиональную работу на любительских соревнованиях с собаками по УКД и ЗКС «Бийские старты 2018». Желаем вам здоровья, благополучия и очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. Тарелочку подарили вам? Посмотрите, какая тарелочка у нашего фигуранта. Привет. Это, между прочим, Алексей, ручная работа. Питомник Фомин Голд рисовал ее для вас. Вот. Да. Нашему главному судье Логинову Анатолию Владимировичу за поддержку и помощь в проведении любительских соревнований с собаками по УКД и ЗКС «Бийские старты 2018» за профессиональное, грамотное судейство. Желаем вам здоровья, благополучия, надеемся на дальнейшее сотрудничество. И хочу сказать от себя. Анатолий Владимирович, мы проводим в этом городе, ну, третье соревнование. Анатолий Владимирович наш незаменимый судья на всех трех соревнованиях, самых любительских и простых, он был с нами. Так что поздравляем вас, спасибо вам. Это вам. Так. А также хочу пригласить сюда Пупкова Сергея Павловича за поддержку, профессиональную помощь в организации и проведении любительских соревнований с собаками по УКД и ЗКС «Бийские старты». Желаем вам здоровья, благополучия и надеемся на дальнейшее сотрудничество. С уважением, кинологический клуб «Симура». Спасибо, Сергей. Хочу поздравить от себя лично. Спасибо большое. Хочу поздравить всех участников, кто победил, кто проиграл. Главное, что мы собрались здесь, сделали этот шаг. Нас объединило здесь одно – любовь к нашим четвероногим друзьям, животным. Любовь к этому спорту, благородному, я считаю, красивому. Желаю всем дальнейших успехов в развитии этого спорта. И вот эти маленькие красненькие Евангелия – это подарок лично от меня. Я человек верующий. Читайте, и да поможет вам Бог. Спасибо. Ждем. А также за спонсорскую помощь в предоставлении и предоставленные призы для участников любительских соревнований с собаками по УКД и ЗКС «Бийские старты 2018» мы приглашаем сюда Фомину Галину, питомник Фомин Голд. Мы желаем вам здоровья, благополучия и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Спасибо, моя дорогая. Это тебе от нас, от нашего Симурана, от спонсоров, от всех нас с вами. Итак, у нас остались призы. Вы не думайте, мы себе ничего не заберем. Абсолютно. Вот видите, да? Кроме статуэток нам их отдать надо. Первый, второй. Сергей, не гремите, пожалуйста. Такой шум, столько медалей. Подберите у него. Ну, вообще,
дисквалифицируем его, лишим его. Ходит, гремит. Я же завидую, может быть. Так. Итак, у нас осталось 3 медали. Первое, второе, третье место. Как вы думаете, кому мы их отдадим? Есть думки? Судьям и фигурантам. Круто. А как же мы их поделим? Кто первый, кто второй, кто третий? Жеребьевкой. Некрасиво. По росту. Итак, у нас был видеооператор от Сергея Пупкова. Где он? От Сергея Пупкова видеооператор. Но только у нас тут наказана Митрофанова Анастасия. Другой, я бы сказала. Да, другой. Я вот как бы вижу, вот, что он не другая, он все-таки другой. Я вас приглашаю сюда, видеооператор. Настя, где? Это мы это дарить, конечно, не будем. Ну, мы же не можем. Так. Вот так. Так. Итак, видеооператор, пожалуйста, поздравьте, дайте ему вот, пожалуйста, бутылочку красивую. Дайте вот ему чашечку и дайте вот ему призы. Нет? Чашечку дайте. Чашку дайте ребенку. Спасибо вам большое. Вы сегодня были на солнце, я вот видела, вы вот еще так очень тепло одеты. Я вот удивляюсь вашему терпению, на самом деле. Ну, вы к нам еще приезжайте. Как Бог даст. Бог нам все даст. Мы же нормальные люди. Скажите, вам у нас понравилось? Хорошо, да, тепло, все по-дружески. Спасибо вам. Спасибо вам за ваши теплые слова. Вот, жму вашу руку. Итак, кого мы должны наградить? Любители по ЗКС. Кто у нас был в любителях по ЗКС? Итак, кого мы будем вызывать? Начните с третьего, ради бога. Нет, два. И два всего. И два. Реш, это Владимир. Реш, это Владимир. Собака. Юки. Юки. Понравилась она и Алексею у нас. Выходим. Второе место. И первое место драйв. Бугагова Наталья. Поздравляем вас, Наталья. Ну вот видите. Да, за второе место. Судья, пожалуйста, оденьте, пожалуйста, вот, там, вот второе место. Это первое место. Второе, вот оно. Да, нет же, это первое. Вот второе. Вот. Вот Татьяна, вот что вы, Наталья? Господи, чуть ли судью не убила. Так нельзя драться, вы же чемпионы. Ну, хватит. Второе. У вас первое место. Где золото? Вот оно золото. Поздравляем вас. Спасибо. Проходите, это тоже ваше. Итак, у нас остались чашки. Кому их подали? Анатолий Владимирович, скажите, пожалуйста. Кому скажете, тому и подали. У нас... У нас приз зрительских симпатий. У нас же выступали вот девочки три, да. Да. Три. Три. Мальчик один. Один мальчик. Девочки и мальчик. Да. ВШУ у нас был. И две наши. Лебедева Соня. Феликс Кокер Спаниель. Титовская Анна. Титовская Анна. Лабрадор Боня. Валерий. Поил, мы подарим фигуранту и его с собой собаке. Да, чтобы они пили по дороге. Запустил мусорошку, попоил. Спасибо. Хорошо. 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 Хорошо.
Это что у нас? Можно пятерку. Короче, Алексей предложил вот это оставить в фон. На следующий год. Конечно, но если... Обязуюсь показать сразу, в начале соревнования. Вот, все целое. Потому что на моих именах для участия они все равно подойдут. Третье место... Кончеров. Будет стимул участвовать в следующих соревнованиях. Короче, часть призов вы уже видели. Итак, объявляю наши соревнования закрытыми. Всем спасибо, что приехали, что сегодня выступали, старались. Были и победы, и были расстроенные девочки, но тем не менее. У девочек вообще был дебют. Город Бийск вообще в первый раз выходит на вот такой уровень, где мы проводим соревнования ОКД и ЗГС. Без всяких. И поэтому я хочу сказать, мне кажется, все здорово получилось. Вы с вами согласны? По-семейному. Я думаю, атмосфера была очень хорошая, дружелюбная. Ну, как бы все получили удовольствие. Спасибо вам большое. Самое главное, я, кстати, не видел конкурентов, которые там прям, в этом забава. Нет, все как-то общались, друг друга поддерживали, что очень было, как бы, ну, понравилось мне, да, так сказать. Молодцы. Спасибо всем. Приглашаем вас на следующий год. Следите в наших группах за рекламой, на соревнования. Не могу всех обзвонить, всех пригласить, но в любом случае следите за новостями. Мы всегда там все пишем в первую очередь. Всем спасибо! Соревнования объявляю закрытыми! Рома Музыко! Мы сделали это! Соревнования закончились! Телегу не забудьте. Прости, я тоже могу попросить. Серега, что, унесем и сфотаемся, да? А? Можно вот возле призов сфотаться. Давай. Давай, зови всю команду. А то она меня накажет сейчас за что-нибудь. Недоразумение снимали. Если в школе у вас есть, можете на электронку сбросить кусочек? Ну, будет в группе у Сергея со временем. У Сергея, да. А как его в группу искать? Ну, охраняй. Называется его. Сергей Пупков, найдете его ВКонтакте. Хорошо. Барнаул. Все, и а там и группу его найдете, хорошо. Добавитесь. И там со временем все появится. Угу. И фотографии, спасибо. И все. Спасибо. Ураган! Ураган! Да, на телефон. Сейчас пока не соберутся. Так вы тоже, сейчас их потом все вместе. А вот, мы-то что? Ну что? Группа поддержки тоже. Завис, твою маму. Она пошла. А? Но все равно. Все готово, да, Сергей? Нет. Все хорошо. Собаки-аскеты. А у меня, кстати, аккумулятор сел.
вас вот воды, не даст. У вас воды вывод нету? Не даст. Вывод не даст. Воды больше нету, вот, для собак только, Сергей. Нет. А есть? А вот здесь есть. Нет, вот это, да? Ну, Серега, оставь тоже, я попью. Я не откажусь. Все довольны, да? Конечно, довольны. Вы немножко устали, я понял. Надо собаку было взять. Ну, мы зато посмотрели, как это. Тот, кто принимал экзамен, он будто я когда выходила, он, у меня к вам только один вопрос. А вы, говорит, сколько собаками занимаетесь? Я что, историю рассказала. А до этого вообще этим не занимались? Я говорю, ну, так я не занималась этим. Плечами покупаю, пожалуйста. Ну, очень похвально. Нет, я к вам, я бы просто буду. Ты пахарный. Так, ну что остается делать-то, потому что очень хочется, когда увидела собак Сергея Павловича, ну блин, как я хочу так же, ну как я хочу, я очень хочу так же. Поэтому. Ну, да, все, это желание спортсмена, желание собак. То есть собаки желание, этого. Со Стивки есть желание, только пожирает. Ладно, ребят, все, давайте поедемте. Благодарим вас. Благодарим и низкий поклон вам, Сергей Павлович, за все, что аллилуйя. Вы нас вложили. Благодарим. Я раз в 2009 году был на чемпионате России, и там команда приехала, человек 15 из Омска. И было всего 250 участников. Ого. Два дня длились соревнования. Вот там 250. Я зарядился. Представьте, парад, и все идут и гремят, 250 человек. Это такая там, как вот на 1 мая демонстрация. И я вот после этого просто вот, воодушевились, вдохновились. Да. В смысле, твоя команда столько была? Нет. Я там, откуда мы с Алтайска, мы сборная Алтайского края туда поехали, я со Стаффордом, кстати, поехал. Проиграл там такой здесь вот начинающий. Ну, я в профессионалах был. Баранку мне поставили за УПД, баранку за ЗКС.